systems to win set up. Think about it. Так, отлично, стрим пошел, все замечательно, все хорошо. Ну что, можно начинать. Остались у нас 6 этапов. Как раз поизучаю их получше, а то мне концовка сезона уже тяжко. Так, ну что, карьера, экстрим 1200. Положение в чемпионате я... Оду опережаю на 115 очков, то есть победа, и я, собственно, чемпион, но не это важно. Прагу пошли, впереди Португалия. Три секунды, не слабенькое такое время должно быть. Так как всегда у нас идет пробочка, причем в неудобном вот этом повороте, который на 1200 еще медленнее. Мюллер, Нишикава. Так, на пол я явно не претендую. То есть второй, третий сектор абсолютно лучшие. Но, тем не менее, 59-43. Так, первый сектор вновь не абсолютно лучший. Так, аккуратненько подскочили на стеночке, удар. Ох, ох, ах. Так, ладно, пойдем на третий круг. Я понимаю, что третье место на старте, ничего страшного. Блин, да что это такое, а? Случайно не понимаешь, однажды на канале первого Adventure Island постримить, чтобы, дай бог, Брикман пришел, поменял мнение об игре, которое он считает для мазохистов. А Adventure Island будет в самом конце моего списка. Хрен с ней с квалификацией. Потому что игра эта была в детстве, играл я в нее много. Была целая, говорю, эпопея в детстве с этим делом.
Так, Ода Мюллер на первом ряду, я и не Шикава на втором, Лоутон Террет на третьем. А почему-то у меня телефон, в телефоне экран гаснет. Хреновенько. Ну, так некоторые сообщения от чата будут пропадать. Меня это чуть-чуть отвлекает от соревнования, скажем так. Adventure Run будет, так как это очень сложная игра, естественно, в самом конце списка. И потому что стримить я буду, я думаю, не один десяток стримов. Но она будет точно. Потому что ее я должен просто пройти. Сначала с пчелой, потом без пчелы. Ну, собственно, с пчелой это будет уже как бы тренировка-прохождение, скажем так. Что я неплохо отрываюсь. Что, в общем-то, неудивительно, все-таки мы играем на новичке. Блин, мотоцикл заносы, ни хреновые. А почему мотоцикл так несет? Не надо, не надо, пожалуйста, милый мотоцикл. Я понимаю, что я к физике, от физики чуть подотвык за пару дней. Какой-то музон на заднем плане, максимально приглушенный. Так, тихо. Да, блин, конечно, 1200 физика охренительная. Если на легенде тормозной путь увеличивается, это, я не знаю, нужно за 100 метров тормозить начинать. Любимый поворот, очень хитрый, но прошел я его неплохо. Ух ты, наехал, что называется, на кочку. И вот он результат. Не успеем мы Куртсайда обогнать на круг. Ну ладно, пусть едет. Ну и, собственно, вот она победа. Привет, РЛ Максим. Куда ж ты? Куда ж без тебя-то? Так, а Battletoads тоже, хоть они мне не особо нравятся, эту игру еще привык как остров жратвы. Прикольно, из аппетитов мастера Хиггинса. Хруст. Ну да, костей, Максим. Остров приключений тоже очень неоднозначная игра. В ней есть свои плюсы и минусы, конечно. В Battletoads и того и другого гораздо больше. Эта игра более драйвовая, более интересная. Adventure Island явно на любителя, то есть Battletoads на хорошая. Скорее все-таки хорошая, чем плохая. То вот Adventure Island скорее все-таки плохой, чем хороший. Телефон, прекращай уходить. А, я знаю, в чем дело. Отключили же. О, надо же нажать это проигрыватель, чтобы стрим-то играл, да, воспроизводился. Как раз и картинку видно, да. Я извиняюсь тут за технические накладки, но что делать. Так, ну что, я чемпион, 30 очков преимущества над Одой, что неудивительно. Еще полторы штуки, ну теперь Токио. Одна 0.9. Мюллер опять чуть не сбил рельс. Тут трасса широкая, конечно, обгонять попроще будет. А, да-да-да, мой любимый поворот перед туннелем.
удалось пройти его легко и непринужденно, что довольно-таки странно, я считаю. Да, конечно, тут у этого мотоцикла скорости максимальной больше. О, как хорошо он здесь заправляется в поворот, прям вообще сказку. Естественно, я забываю, что первый поворот правый. Такая трасса, блин, не запоминающаяся все-таки. Ай, это египетская сила, что-то у меня сегодня. Мне кажется, тебе нужно разнообразие игр сделать. Мото 5 дней, тяжело. Ох, Максим, Максим. И это только уровень сложности новичок. Читай изи. То есть, а есть еще про, чемпион и легенда. То есть, по моим подсчетам, только на первые три уровня сложности у меня уйдет стримов, ну, где-то 30, а то и 40. А то, что, конечно, да, надо перерыв сделать, надо вообще Battletoads пройти уже окончательно бесповоротно. И вообще по Battletoads больше стримов сделать. Но в эту игру я очень давно не играл, и она мне много лет назад очень нравилась. Поэтому разнообразия пока что не будет, или будет, но очень мало, к сожалению. Так, сейчас мой любимый поворот приближается. Дерзкий, резкий, как пуля. Так, я уже опять обгоняю мотогонщиков на круг. А, нет. Этих я еще, по-моему, не обгонял. Нет, Ферину и Куртсайд. Блин, о, не, удалось вписаться. Но, по-моему, все равно Поула не будет. Лучше третий сектор. Ну! Есть пол позишн. Египетская сила, Воронины. Ну да. Так я понимаю, да, мотогран-при на любителя, тем более, что я прохожу постоянно экстрим класс. Это одни и те же трассы, одни и те же гонки. Но надо выбить из этой игры все, что можно. Так-то да, конечно, я все-таки планировал не так много стримить MotoGP. Но я понимаю, что если я буду делать серьезные перерывы, то я просто отвыкну от игры. И надо будет потом тратить время на то, чтобы наверстывать упущенное. Дальше сложности будут все серьезнее и серьезнее. Поэтому да, я прекрасно понимаю зрителей, которые смотрят из этого из раза в раз. По сути, их-то как раз в отличие от нестовских игр или там того же сеговского Road Rush гораздо меньше. Но я предупреждаю, что я буду вообще помимо Moto Grand Prix стримить достаточно длинные и местами даже очень скучные игры. К счастью или к сожалению, не знаю. Ночной пустынный Токио. Пустые дороги. Абсолютно пустые! И вот это да! Вот это было круто. И вот представьте, это перед финишной чертой в последнем круге, а? Это 8 соперников мимо тебя просвистывают, или 9. Красота. И всю гонку переигрывать заново, но надеюсь, это будет немного. Я как-то играю невнимательно, то ли я сегодня подустал, то ли хрен его знает, то ли действительно мне уже просто вот я уже настолько наигрался в это, что уже на автомате начинаю все это проходить, то есть не обдумывая особо. Либо много трендю, кстати, как вариант.
конечно, какой кульбит был в Великобритании на прошлом стриме, это да, это вообще красота. И самое главное, я ж не упал. Надо будет вырезать отдельно. Ну да, хочу сказать, что все-таки мотоцикл Extreme 1200 подходит больше для вот таких вот скоростных трасс, где вот такие вот затяжные повороты, вот как раз как в Нидерландах трасса или вот как здесь. Потому что ты прям четко заправляешь мотоцикл в поворот, он в отличие от Португалии его не заносит, заднее колесо не крышится, скажем так, из-за чего чуть-чуть ты на время правления теряешь. Все отлично, все как надо. Здравствуй, Курцайт. Наконец-то я тебя обогнал на круг. Да, взять, кстати, к примеру, тот же Adventure Island. Я думаю, стримов 10 идет на то, чтобы пройти его без пчелы. Так, ладно. О, привет, Никита. Какие дела? Да вот, мото гран-при 5-й день гоняю. Отпуск на работе взять и каждый день стримить в любое время. Ну, блин, это тоже, конечно... серьезное дело. Но опять же, все равно буду по вечерам стримить. И брать отпуск ради стримов, это как-то тяжко. Здравствуйте, товарищ рекламщик. Как же без вас? Куда же без вас? Вот. Никит. Да, тебе, кстати, Никит, привет от Насти, если что. Вот. Вот такие дела. Ладно, продолжаем. Токио пройдено, сейчас будет что у нас? Катар, о, новый рекорд, 1500. Что? Катар. Посмотрим, как здесь будем в скоростных поворотах себя чувствовать. Не весь, не игра. 1.19, нифиговое время надо показать. Весьма нифиговое. На пустыне чуть-чуть столбы и все, и больше ничего, ничего лишнего. Итак, отлично пройден поворот, там я достал прекрасно, сейчас будет шпилька, успеваем затормозить. Ух ты, врезался, блин, хотел сказать врезался, но время засчитают, ни хрена. Врезался еще раз и не засчитают точно уже. Ладно. Здесь уже плевать. О, блин. Нехорошо-с. В любом случае, да, лучшего бы времени не было. Это, конечно, параболика, это что-то охренительное. Так, лучше первый сектор. Блин, под 300. Ну все, мы уперлись уже в максималку. Так, так. Блин, чуть-чуть все-таки я на песочек-то заехал. Тут проблема в том, что скорость из-за этого теряется. Все отлично. Не считая того, что на втором секторе это не лучшее время. Да ёлки! Блин, что-то у меня даже с двух кругов не получается. Зато третий сектор был лучшим. Да, что-то сегодня как-то... Я думаю, шестью гонками обойдемся на этом. Разыграюсь, наоборот, скажу, ребята, давайте.
до утра засядем. И все в мото-гран-при. Чтоб у вас глаза вытекли. Не, можно, конечно, почудить, стартовать 10-м. Почему бы нет? Вот, вот так надо проходить это дело. Периной курсайт на пути у нас. Блин, не в лучшем они повороте сейчас мне встретятся, конечно. Отстань. Третий сектор тоже без улучшения. Но опять же, то были испорченные круги. Ни одной 13 тут явно уже не получится. Ладно, какое третье? Стоп, первое место. Ничего себе в квалификации. Я ненадолго, сейчас идет Е3, будет конференция Ubisoft через 5 минут. Насте тоже огромный привет, конечно же, передаю. Ну, смотри, мне как-то Е3, если честно, не особо интересно, откровенно говоря. Да, там что-то должны представить, но... Мы вон тут страдаем ерундой Moto Grand Prix 3, древнюю, и многими забытую, кроме меня и Wind Sim Dest. Ничего плохого, естественно, не хочу этим сказать. Потому что, да, тоже игра на любителя. Да-да-да, Ода, не возмущайся, пожалуйста, что тебя тут бьют под зад. Но ты будь быстрее. Смотрите, как по внешней траектории, в скоростном повороте их прохожу. Все расплывается, все нахрен расплывается от такой скорости. Хотя это неправильно, но я уже это говорил. Так, так, эх, чуть-чуть зацепил песочек. Ну да, и на торможение проигрывает мне очень много. Ну, если да, вот эта трасса, она такая, непростецкая. Как, собственно, и Малайзия, поэтому их хорошо, конечно, потренировать отдельно. Блин, да что ж я так рано поворачиваю, а? Нехорошо. Так надо проходить от поворот. Почему у меня не каждый раз получается? Вроде ничего сложного. Итак, заканчивается второй круг. Ухабчики. Зачем они тут сделаны? Смотрите, мотоцикл все-таки скорость-то теряется таким образом. Так, тут поворот двойной. И это нужно понимать. Жесть, хуже, чем на автобане тут максималка
Ну, смотрите, 80 км в час просто. На ровном месте, можно сказать. И из-за этого теряется время на круге, конечно же. Я думаю, эта трасса доставит много проблем на высоких сложностях. Так, все, последний круг. Там у нас Куртсайт, но он успевает от нас уехать. Тихо! Я еще и ошибаюсь. Буксую в последнем повороте, да и не важно, все, победа. Ты уже видел новый трейлер Battletoads? Все, ушел удачного стрима. Да, Никит, видел, может, ты запись посмотришь. Да, видел, ну, как-то мультяшненько, я бы сказал. Но, тем не менее, интерес вызывает. Ладно, Никит, спасибо тебе за пожелание. Вот. Ладно, не будем затягивать. Так, все понятно. Лучший результат, опять же, в Катаре. Ну что, Малайзия. Тоже довольно такой сложный трек. Ну как, скоростной. Ошибок не терпит, потому что трасса гораздо уже. Есть несколько неприятных поворотов. Мой любимый бордюр, про который, естественно, помню очень хорошо. Так, ну что, мой любимый бордюр. Сейчас мы с ним разминулись, все хорошо. Так, ну хватит. Так, вот еще один неприятный поворот. Пола не будет? Или будет? Нет, не будет. Ладно, попробуем выложиться на втором круге. Пройти его еще лучше. Но в любом случае мы должны его пройти лучше, потому что я стартую уже с хода, а не с места. Так, конечно, классно по побережью погонять. Море рядышком. А первый сектор абсолютно лучший. Так, место с любимым бордюром. Не-не-не-не. Не надо падать. Вот, и все-таки я упал. Ладно, пофигу. Стартуем вторыми. О, да. Вильнёв, Мюллер, Лоутон, Террот, Нишикава, аж шестой. Ух ты, пробуксовочка. И меня обгоняют практически все. Куртсайт, это, а нет, Лоутон. Я думал, Куртсайт самый последний остается. Вот он, родименький. Рано я нажал на газ, совсем рано. Прям совсем не вовремя, я бы даже сказал. И вот ты... Получился такой хреновый старт. Но я уже третий, впереди меня Мюллер и Ода. Ну и на новичке это вообще не проблема. Но если я вот так буду падать, это будет проблема. Да, как я только не падал уже. Снова третий. Впервые в жизни я могу не лидировать в конце круга.
впервые, вернее, за это прохождение. В жизни это слишком громко сказано. Как ни странно, как выхожу в лидеры, более-менее начинают раться, все, они очень сильно отваливаются. Непонятно мне это, то есть, вообще никак. Совсем. А что случилось? Что случилось? Как будто я чуть-чуть с мостом столкнулся. И потерял скорость. Да, как-то я сегодня не очень. Так, это только второй круг. Ух ты! Блин, занос произошел. И да, чем больше класс, скажем так, тем сильнее его сложнее его выправить. То есть вот, у меня я чуть как бы из поворота вышел и пытался нормально выйти, используя передний тормоз. Но вместо этого произошло все наоборот. У меня мотоцикл ушел в занос. Вот как сейчас. Поехал в стену, а исправить уже я ничего не успел. На Сан-Андреас минимум 5 стримов понадобится, она сама по себе длинная. Да я думаю, у меня... Я ее проходить особо спешить не буду, у меня все и 10 могут уйти. Ничего в этом удивительного не будет, так что... Просто да, конечно, будет не очень хорошо, в том числе и к постоянным зрителям, например, что я постоянно буду Moto Grand Prix 3 играть, конечно, нужно чуть разнообразить. Ну, будем делать перерывы, пока не наигрался я еще, скажем так. Ну что, у нас, кстати, обострение за второе место в чемпионате. Мюллер догоняет Оду, между ними 10 очков. Кстати, Оду мне проигрывает практически в полтора, в два раза даже, уже даже не в полтора. Так, Австралия. 54 секунды. Она думала, когда-то из минуты выходил, думал, ничего себе, как я быстро ехал. А тут надо за 54 секунды преодолеть круг.
Так, ну что, медленный поворот, очень медленный. Особенно когда тупишь точкой торможения. Здесь никаких 53 секунд тут не будет. Да, третий сектор лучше, но всего лишь далековато, короче говоря. Четвертое даже время. Что-то меня занесло как-то вообще. Блин, непонятно. Ладно, помимо этого еще кружочек проедем. Вот этот трек для меня как-то совсем тяжко запоминается, на самом деле. Ничего в нем особенного нет. Вроде бы. Ну, где-то что-то допускается. Какой-то тупничок. Это очень плохо, потому что в конце чемпионата будет очень серьезная борьба. Если я буду так тупить, ничего хорошего из этого не выйдет. Тоже не удалось пройти нормально поворот, хотя третий сектор, опять же, лучший. Но я теряю на первом, получается. Одна 0.262 торг, третье время. Ну, теперь, да, первый сектор лучший. Здесь я, конечно, тупил на втором, но, как ни странно, он тоже лучший. Так, тормозим заранее. И третий сектор тоже лучший. Что, пора собрать все круги. Второе время, как ни странно. Ладно. Сколько я там проиграл-то? .325. Ну, блин, 3 секунды я нигде не нашел. Я даже не знаю, где это может быть. Это и как-то по барабану. Главное — гонка. Очки дают за гонку. Что Ода Мюллер, как обычно. Лоутон тут еще попытался выстрелить. Борьба за вице-чемпионское звание. Ода уходит вперед. Вот смотрю, кстати, Ода не сильно-то и отстал от меня на первом круге. Не так и много потерял он. Я так предполагаю, на последних трассах в чемпионате будет очень весело. Я имею в виду, естественно, высокий уровень сложности. Я что-то мыслями уже на сложности чемпион играю. Хотя зря. Нужно набивать руку здесь.
Так, ну что, получается неплохой круг. Лучшие сектора тому подтверждение. Посмотрим, чтобы в конце Куртсайда я не догнал. В этот раз он прошел чисто. Да, последний круг лучший был, на полсекунды даже. Меньше 3 минут потрачено. Ладно, не буду ждать результата, потому что Ода все-таки опередил Мюллера. Одно очко неожиданно брал Эмилио Монтес. Прикольно. Да, кстати, открываются трассы с реверсом, то есть можно на трассах уже на некоторых пробовать гонять в обратном направлении, только, естественно, в режиме одиночного, то есть тайм-триал, то есть это как гонка на время. К сожалению, саму гонку провести так нельзя. Хотя, опять же, если так подумать, а нужно ли это? Вот я уже как-то говорил, трасса для того и построена, чтобы ездить в одну сторону. Вот и все. То есть... Блин. Опять же, некоторые повороты только в одном направлении проходятся и испытываешь эту истинное удовольствие. И для чего же, опять же, те же телекидромы строятся, чтобы там была длинная-длинная прямая, в конце медленный поворот или шпилька. А обычно перед прямой еще какой-нибудь скоростной. Будет достаточно странно, что после шпильки будет прямая, и только потом еще и скоростной поворот. То есть даже тот же взять Шанхай, я слабо представляю себе эту трассу в обратном направлении. Если даже с японской Suzuki International, еще более Suzuka, точнее, International, чего-то подходит под этот, то вот современные автодромы вряд ли. Там, ну, допустим, еще Гран-при Монако. Все равно, скажем так, это улицы города. То есть там ничего прям сверхкритичного нету. Хотя, конечно, после туннеля тормозить и уходить резко влево тоже тяжко будет. То есть там, я не говорю про то, что там зоны безопасности, естественно, устроены под определенное движение по часовой стрелке или против часовой стрелки. Я имею в виду вообще чистая конфигурация. Можно, да, для интереса погонять, но не всерьез. Так, ну что, выйти из минуты удастся или нет? Наверное, все-таки нет. Казалось бы, лучшие сектора. Нет, все-таки выхожу из минуты 59.30. Обалдеть. Ладно, ну что, последняя гонка в режиме новичок. Да, долгие 5 стримов на все это ушло. Ну как, не особо долгие, конечно, в среднем. Будем считать по 2 с небольшим часа. Там на Moto Grand Prix 2.40, остальное это там, плюс-минус 2 часа. Что касается трека, я уже говорил, трек довольно простой, ничего прям сверхсложного тут нет, каких-то поворотов убийственных, ненормальных тоже я как-то не видел. Так вот, простенький, достойное, скажем так, завершение сезона. В общем-то, если бы не было этой шпильки в начале трассы, то вообще чуть-чуть не совал можно было сравнить. Кстати говоря, только сейчас подловил себе на мысли, что похоже эта трасса на Ималу, которая автодром NC1 на Феррари. Естественно, я грохнулся, почему бы нет. Что-то в этом есть. Только движение в обратную. Хотя нет, не в обратную сторону. Ну, тут, естественно, шпильки там не было. Там была
Шикарно. Вот тут, да, стартовая прямая. Потом этот, как его, поворот тамбурелла быстрый, ну когда-то он был быстрый, потом после аварии Айртона Сенна, всем известного, трассу сильно переделали. Ну вот это как раз таки похоже на, скажем так, прямое возвращение, потом также двойной левый поворот. Только он был ближе к концу круга, а здесь в самом начале. Вот так вот. Кстати, да, было бы интересно, на самом деле, вот на таком вот симуляторе, ну, симуляторе игры, Moto Grand Prix погонять по тому же Спа-Франкоршану. Это было бы очень весело. Все-таки трасса весьма крутая. Но, на мой взгляд, все-таки Сузука японская-то получше будет. О, все-таки мы Куртсайда обгоняем, несмотря на наше падение жесткое. Мы это делаем. Ну и все, победа. 58-10, вот это круг. Ждем дальнейшие планы, что будет потом. Сегодня для разнообразия, может, какую-нибудь игру, возможно. Честно говоря, я думал все-таки Battletoads на NES. Но половина 12-го. Все-таки надо от стримов чуть-чуть отдохнуть, от игр тоже чуть-чуть отдохнуть. Завтра я лучше у тебя, Винт, посижу, посмотрю на Wagen Land, покомментирую. Постараюсь особо смешно не шутить. Ну, конечно, и совсем серьезный разговор тоже не будет. То есть так, простенькие посиделки. Вот так вот. Ода все-таки второй, Мюллер третий. То есть Масамуне защищает свой вице-чемпионский титул, хотя толку от него. Ну вот, пожалуйста, финальный итоговый личный зачет. Очки, как всегда, набрали 9 человек. Ничего удивительного. Да, кстати, Дойл обогнал Террета в борьбе за 7 место. За 6. Кому это надо? Ладно. Собственно, да, сегодня стрим короткий, потому что я достримливаю то, что не успел. У меня 25 тысяч дойлеров, и это очень хорошо. Итак, ну, как всегда, поздравляем, вы завершили сезон классе Extreme 1200. Закончили на первом месте с 400 очков. Сейчас можете продолжить следующий сезон. Ну да, положение в чемпионате, мы это уже видели. Ну что, все, теперь у нас все на про. У нас 25 тысяч, мотоциклы есть, то есть можно либо улучшить, либо купить себе прямо зверя за 7 косарей. И уже в про у нас есть вот этот. Его, кстати, потом, наверное, можно после покупки продать. Выручить баблишко за это. И уже качать вот этот. Он как бы самую максимальную скорость развивает. Ладно. Почитаем, посмотрим. Может, кстати, на GameFAQ. Могу себя сейчас короткую пустить. Понимаешь, Винт, если честно, мне хочется посидеть какие-нибудь видюшки, посмотреть там, не знаю, в Ютубе. Плюс там у меня еще одно дело есть. Поэтому ты уж извиняй, давай уже завтра. Так завтра. Потому что, ну правда, как-то я уже... А вот мне намекнул как раз таки Максим. Я понимаю, что он часто прикалывается, там пару-тройку сообщений в стриме вначале напишет и все. Но тем не менее, реально, Moto Grand Prix хорошая вещь, но надо чуть-чуть и честь, как говорится, знать. Да я уже, я понимаю, что я застримливаюсь, поэтому все-таки давай пока что перерыв. Ладно, всем спасибо за внимание, стрим был недолгим, но на этом, собственно говоря, все. Всем спокойной ночи и до новых встреч, скорее всего, в среду. До свидания.